Скоро праздник будет большой, знаешь ли ты об этом? Ага. Да? Что за праздник? День рождения. Но, в принципе, ты абсолютно права, потому что называют это днем рождения, да? По большому счету, это день рождения вашей семьи. Ага. Ага. А что? Это будет как в кино. Ты смотрел кино со свадьбой? Хорошо, ну что такое свадьба, ты знаешь? Не знаешь, да? То есть, когда два человека, которые любят друг друга, в какой-то момент решают быть вместе. Ну, я там видел так. Как там было? Ну, я там видел за чужим, вот так сували руки, и на кого кольцо подойдет, на том и поженился папа. И кому подошло кольцо? Маме. Мне понравился ангелок на свадьбе, который папе принес кольца. Я считаю, что если такой ангелок приносит кольца, то тогда жизнь будет счастливой. Итак, эта история, эта сказка родилась 10 лет назад. А в основе ее лежала история любви. История любви прекрасного принца и прекрасной принцессы. «Я тыщу счастье, и оно поселится в нашем доме», — сказал принц. И 10 лет назад на мой вопрос, согласны ли вы, всю жизнь прожить с этой женщиной, и он сказал «да». Ты действительно выполнил все то, что ты мне обещал тогда, 10 лет назад. И я, самое главное, что я настолько счастлива, я ощущаю себя настоящей женщиной, такой, какая я есть. Я могу быть естественной, могу делать все, что я хочу. Я все время говорил, что я, если бы не женился на Ане, я бы на ней женился еще раз. Вот, на самом деле, сегодня пришел день расплаты. Всем девчонкам, я безумно счастлива, я нашла свою любовь, я мечтала об этом с детского сада, и я нашла то, о чем я мечтала, и поэтому я хочу пожелать всем девчонкам, чтобы вы нашли свое сердечко, а те, которые нашли, берегите его. Вот. А этот цвет, эти прекрасные цветочки, которые я сейчас хочу поделить вместе с вами, вот это будет символом. Король играл гавот, мы всегда будем рады вас видеть у себя, и дома, и не только дома. Приходите, мы вас любим. Спасибо! А вообще, счастье невозможно показать. Счастье внутри нас. Это наша сила и наша слабость.
И можно достичь чего угодно, если пожелать всем сердцем. Я об этом мечтала, и сейчас я живу в своей мечте. А главное, этим хочется делиться со всеми вами.